На календаре 12 июня. Сегодня наша страна отмечает один из своих главных государственных праздников – День России. Эта дата знаменательна дважды. 12 июня 1990 года, еще во времена Советского Союза, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. А ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые в истории России всенародные прямые выборы президента. Победу тогда одержал Борис Ельцин. Сегодня этот день уже не связывают с Декларацией независимости. День России – это праздник свободы, мира и согласия. 12 июня 1812 года. Войска Наполеона вторглись в Россию. Император издал манифест о создании воинских ополчений. Самара тогда входила на правах уездного города в Симбирскую губернию. Представители Самарского уезда выставили в состав Симбирского ополчения около 1200 человек. Если идет Отечественная война, то никакие территории, даже самые отдаленные от военных действий, не остаются безучастными к этому событию. Обязательно они принимают в том или ином виде участие в этих событиях. Также, конечно, не осталось в стороне Самарской территории, тогда еще не губерния, но территории, которые впоследствии вошли в Самарскую губернию. И для нас был открытием такой момент, что, оказывается, в Самаре жила и работала внучка легендарной кавалерзитевицы Надежды Дуровой. Не можем сейчас пока точно сказать, была ли она уроженкой Самарской губернии, но она здесь работала и здесь вышла замуж. В Отечественную войну Надежда Дурова, также известная под именем Александра Александрова, командовала полуэскадроном, участвовала в сражениях под Смоленском, Колодским монастырем, защищала Семеновские флеши. Первая женщина-офицер ходила постоянно в мужском костюме, все письма подписывала фамилией Александров и не на шутку сердилась, когда обращались к ней как к женщине. А император Николай I и великий князь Михаил Павлович здоровались с ней за руку. Этой честью удостаивались далеко не все генералы. История Надежды Дуровой легла в основу фильма «Гусарская баллада». Помните трогательную Шуру Азарову, переодевшуюся в мундир и бежавшую вслед за любимым на войну с Наполеоном? В начале 20 века, с наступлением лета, чаще всего в жару, на улицах Самары появлялись кисловщики. Эти уличные торговцы мастерски варили домашний квас с изюмом и на тележках развозили его по городу. Напиток продавали охлажденным. Однако самарская детвора больше всего любила мороженщиков. Выглядели они весьма экзотично, даже, можно сказать, забавно. Представьте себе рослого мужика, на голове у которого ловко держится тяжелый, набитый льдом и мороженым ушат. Глухим басом он кричал «Сахар, мороз!». За 2 копейки торговец мастерски набивал целый стакан ароматного студеного кушанья. Спросите, как торговцы могли удерживать такой груз на голове? А все благодаря кольцу из полотенца. Оно надевалось на голову вместо картуза, и поэтому увесистая конструкция держалась и не падала. 12 июня 1935 года в Куйбышеве открылся для посетителей ботанический сад. Тогда же в парке начали строить специальную оранжерею для научной работы и тематических экскурсий. В настоящее время оранжерея ботанического сада площадью 1200 квадратных метров является единственной во всем Среднем Поволжье. 12 июня родился Петр Иванович Багратион, князь-полководец, герой Отечественной войны 1812 года. 12 июня 1906 года родилась Ольга Высоцкая, диктор Всесоюзного радио, народная артистка Советского Союза. Талант Высоцкой раскрылся в годы Великой Отечественной войны. Вячеслав Полунин, знаменитый клоун-мим, народный артист России, основатель театра «Лицедеи», автор гениального «Осисяй» и душещипательного «Люблю Канари», родился тоже 12 июня. 12 июня свой день рождения отмечает Юрий Ганюшкин, заслуженный артист Украины. Его творческая судьба связана с Тольяттинским театром «Колесо», театром «Понедельник» и самарской драмой. По православному календарю именины отмечают Василий, Якова и Натальи. 12 июня – Исаакиев день, змеевик. «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы», – говорили в народе. Так как по народному поверью, в этот день змеиные свадьбы. Змеи собираются по лесам в стаи. Таким мы увидели этот день. Всего хорошего!